Пока Самара еще готовится к высоким плюсовым температурам, в теплице самарского горзеленхоза стабильные плюс 25. Специалисты осматривают каждый цветок и готовятся к будущему озеленению города. В этом году улицы областного центра украсят более 1,5 миллиона однолетних растений. Среди них бегонии, петуньи, тагетисы и пеларгонии. Забота о цветах идет ежедневно. Сотрудники горзеленхоза не только поддерживают правильную температуру для растений, но бывает даже разговаривают с ними и утверждают, что так цветок вырастает быстрее. Все как у людей, когда доброе слово и забота помогают в самых непростых жизненных ситуациях. Высаживать растения начнут в начале мая, когда немного прогреется почва и позволит температура воздуха. Общая площадь цветников составит почти 46 тысяч квадратных метров. Из них 14 тысяч высадят вдоль улично-дорожной сети. Также в честь знаковой для Самары даты, год 60-летия первого полета человека в космос, в столице губернии установят 9 тематических ландшафтных скульптур, посвященных космической тематике. Данные конструкции будут установлены в местах, имеющих отношение к космосу. Это и парк Гагарина, и сквер академика Кузнецова, аллея трудовой славы, сквер Совет самарских космонавтов. Там будут установлены новые скульптуры. Жители Самары ждут новые сорта тагетиса «Крэмбери Блонд», пеларгония «Ариста» с махровыми цветами и сорт «Кал Тропикал», имеющий различные оттенки. Чтобы вырастить всю эту красоту, сотрудникам самарского горзеленхоза потребовалось несколько месяцев. И хотя в порядочности большинства самарцев специалисты не сомневаются, в очередной раз просят жителей города относиться к высаженным растениям бережно. Мы стараемся, чтобы город был красивым. Высаживаем. Утром приходим, растений нет. Мы же хотим, чтобы всем было, все люди радовались, что у нас город такой красивый. Вдоль главных магистралей города разместят кашпо с растениями, а в местах, где ландшафтный дизайн не позволит установить традиционные цветники, будет использован метод вертикального озеленения. Горшки с цветами закрепят на специальных конструкциях. Однолетние растения будут радовать горожан около полугода, до первого снега и заморозков на почве. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.